Всем привет! Сегодня 13 декабря, и к нам пришло новое обновление. Обновление небольшое, в принципе, то есть я быстренько сниму. Обновление в том, что нам добавили карточки эволюции на рыцарей, да? То есть нам каждое обновление, в прошлом обновлении дали руны на рыцарей, в этом обновлении дали карточки эволюции на рыцарей, то есть, в принципе, апают рыцари в последнее время. Не знаю почему, но тем не менее. Карточки, которые мы все распускали на очки эволюции, можно как бы сейчас уже поставить на рыцарей. Не знаю, зачем они так рано их дали, потому как у многих еще не прокачаны основные карточки эволюции. Не то чтобы не прокачаны, даже слоты не открыты. И речи о том, чтобы открывать слоты на рыцарях, естественно, не будет. То есть мы просто в рыцарей в два доступных слота бросаем карточки, которые есть свободные, просто для того, чтобы занять место. Там сейчас, к примеру, да, вот, ну, у меня были парочку проточенных. Сейчас посмотрим, изменим на обычную. Вот на такую, что у нас получится. 500, здесь 300, изменение. А здесь 2400. И за 2400 мощи мы получаем 500. Ну ладно, то есть примерно 500, а здесь сколько? Есть еще какая-то карточка поменьше, раз, 277. Также около 900 мощей я получил за то, что установил сюда карточки плюс 12 и плюс 9 звезд. Ну не плюс, а просто 12 и 9 звезд. Все остальные у меня вот такие вот, где есть, где нет, вообще карточки по одной. Где-то вообще нет карточек, потому как карточки я распылял, сейчас у меня нет доступных карточек. Я думаю, что в следующий понедельник, да, когда будет доступен клановый инст, мы опять же пройдем, и я доставлю карточки. Но я точить их не буду, максимум, может быть, проточу там, ну, на 3, ну, на 6 звезд все. И то, если не будет хорошей карточки для основы, которую нужно будет точить на 15 звезд. Если будет хорошая на основу, то, естественно, я брошу карточку на основу и буду ее точить. То есть карточки в рыцарях это так, просто бросили там, ну пусть будет, пусть валяется, то есть просто чтобы не в инвентаре место занимало, а вот здесь и все. Они много мощей не дают, протачивать их нет смысла первоочередно. Вот так вот. В принципе, это все. Здесь дали всего-навсего карточки эволюции на рыцарей, больше ничего не дали, я ожидал большего. Намекают на какие-то глобальные обновления к Новому году, либо же хороший ивент, либо глобальное обновление на официальном сайте. Не знаю, что это будет на самом деле. Ну, ожидаем, что что-то приятное. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.